С 23 апреля по 6 мая поисковым отрядом «За Родину» была проведена поисковая экспедиция в районе урочища Митина Ельнинского района. Бойцами отряда Сергеем Песиковым и Кристиной Дерябиной были подняты останки бойцов Николая Семеновича Семенова и Ивана Сергеевича Афиногенова. Оба уроженца Чувашии. Поисковики смогли разыскать родственников погибших воинов. Она встает, кричит «медальон». То есть я как бы так смотрю на нее, думаю, ну неужели? Вот, и, ну, потом мы посмотрели, показался вот Семенович Николай. И, то есть, как бы меня все поздравляли, я все равно до конца не верила. То есть у меня были смешанные чувства, и, то есть, как бы вроде радость, вроде что-то такое. То есть, ну, как бы первая вахта, первый боец, так сразу, просто вот неожиданно. 18 июля в Десногорск приехали земляки погибших солдат. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости прошло отпевание останков воинов по христианскому обычаю. Со словами почета к памяти погибших солдат и благодарности к бойцам поисковых отрядов обратились исполняющий обязанности главы Александр Новиков, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, помощник депутата облдумы Эдуард Синовоз. Принял останки своих земляков депутат собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской республики Владимир Улисов. Он доставит останки на родину, где 22 июня с их воинскими почестями захоронят в родных деревнях. Волнуюсь и с трепетом это говорю, потому что это не только моя забота, то, что ребята нашли. Это волнение передано через меня от чувашского народа, от тех наших земляков. Они сейчас это таким подъемом ждут, что именно привезут останки наших боевых героев красноармейцев. Нет, не закончилась война. В родных краях колокола еще трезвонят. Хотя победа так давно была. Солдат поныне все еще хоронят.